Добрый день, меня зовут Анастасия. Сегодня хочу показать вам кроссовки для мальчиков итальянского бренда Geox. Верх модели выполнен из высококачественного текстиля. Сетка обеспечивает превосходную вентиляцию и не сковывает движений. Она не задерживает тепло в обуви. Вставки из натуральной замши мягкие и эластичные. Они укрепляют мысок и пятку модели, позволяя ей дольше сохранять свою форму. Мягкий ворот поддерживает ногу и будет комфортно облегать щиколотку. Широкая застежка-липучка легко и быстро расстегивается. Она надежная и долговечная. Ребенку будет просто надевать и снимать обувь самостоятельно. Резинка на язычке улучшает прилегание. Подкладка из ткани и стелька из натуральной кожи безопасные. Они препятствуют появлению мозолей. С ними ноги дышат и меньше потеют. Стелька съемная. Ее можно вынуть и просушить или заменить на новую. В конструкции этой пары есть карман. Так называют вставку в пяточной части подкладки. Она предотвращает стирание пятки, а благодаря своей бархатистой поверхности не дает ноге скользить во время ходьбы. Ваша стопа лучше зафиксирована. Толстая подошва из легкого упругого материала Эва смягчает удары стопы о поверхность. С ней ноги будут меньше уставать. В производстве модели использована технология Respira. Внешняя часть подошвы с перфорацией в ней сочетается с кожаной стелькой и специальной мембраной внутри обуви. Проницаемый для воздуха, но не для воды. Благодаря этому стопы будут меньше потеть, ощущая абсолютный комфорт. Предложите ребенку сочетать эту пару в стиле уличный спорт с трикотажными штанами и футболкой. Образ получится более кажуальным, если надеть их с шортами или джинсами, дополнив рубашкой свободного кроя. Кроссовки подойдут для прогулок на улице и в качестве сменки для детского сада и школы. Подарите ребенку комфорт вместе с его новой парой Geox.